«Синий трактор» представляет! Привет, ребята! Давайте сегодня устроим небольшие ребусы и проверим свое внимание. Кто это у нас здесь приехал? Синие тракторы? Или кто-то немножечко другой здесь затесался? Посмотрите, среди синих тракторов одна синяя корова. Чем же эта корова схожа с тракторами? Во-первых, она такого же цвета, во-вторых, у нее есть колеса, а вот рогов у тракторов нет. Зато рога есть у других животных, у коров, например. Ребята, посмотрите внимательно, все они рогатые, но не все коровы. Посмотрим поближе, чем же они все похожи? Да, у всех у них есть рога, но все ли это коровы? Рога ведь бывают не только у коров, и даже у динозавров. Вот он как затесался среди коров. Посмотрите внимательно на этих динозавров. Ха, похожи ли они друг с другом? Посмотрите внимательно. Динозавры существовали, но все вымерли. А может быть здесь кто-то есть, кто и не существовал вовсе? А? У него хоть и рог, только это сказочное существо. Единорог. Ну, к сожалению, таких не бывает. Единорог – это сказочное животное. Посмотрите сюда, на это скопление сказочных животных. Но все ли здесь сказочные животные? Собачка! Вполне себе бывает и бегает по улице. А вот теперь давайте посмотрим на собачек. Сколько же здесь их? Песики разной масти и один маленький поросенок. Да, поросенок совсем не собачка, к тому же он розовый. А вот сколько у нас здесь розовых поросят. Чем они похожи? Они все розовые. Но все ли здесь поросята? Я думаю, вы догадались, последний был не поросенок, это же бегемот! Вот он какой розовый бегемот, совсем не поросенок. Конечно, розовых бегемотов не бывает, он игрушечный. А настоящий бегемот, он такой вот, такой темный и серый. Серый, как слон. Или слоны. А вот и они. Серые слоны. Но все ли здесь слоны? Да, правильно, здесь все серые, только последний не слон, здесь серый волк. Слоны хоть и серые, но травоядные. А это волк, настоящий хищник, он любит мясо. Он также любит мясо, как хищники и лев, и тигр. Хищники могут быть не серыми. Вот, посмотрите, какие они. И лев, и тигр, и снова лев, и снова тигр. Подождите, ну все ли здесь хищники? В конце здесь леопард. Он тоже желто-черный, пятнистый, как кое-кто другой. Совсем не хищник. Посмотрите внимательно. Это жираф. А чем примечательны жирафы? Кроме того, что они пятнистые и оранжевые, они еще и высокие, как кран. О, смотрите какой. Тоже пятнистый, высокий, оранжевый. Только платформа для подъема у него синяя. Синяя, как синий трактор. О, ребята, вот мы и вернулись к исходной точке, к тому, с чего начинали. Майна, поднять трактор. Ну что, ребята, понравилось? Еще увидимся. Здорово поиграли и многое узнали. Пока! Ха-ха!